Всем хаян, с вами Ян. Ну что ж, ребят, у вас накопилось довольно-таки много вопросов, и я решил незамедлительно на них ответить. Ладно, кого я обманываю, у меня просто не было идей, что снимать, и я решил снять вопрос-ответ. Но вы же все равно этому рады, да? Да? Окей. Задавать вопросы я вас попросил в своем инстаграме, поэтому оттуда вопросики я и буду читать. Вот видите, какие большие плюсы быть подписан на мой инстаграм. Сейчас будут вопросики читать зрители, как бы, а твоего там нет, потому что ты не подписан на мой инстаграм. Хороший маркетинговый ход, мне нравится. Ну что ж, вопросы уже ждут. Погнали. Хочешь себе питомца? Ох, ребята, на самом деле я с самого детства хочу себе какого-нибудь пёселя, хотя уже сейчас хотел бы какую-нибудь кошку, но я понимаю, что я не смогу за ней просто ухаживать, следить, выгуливать и прочее. Вы просто посмотрите на меня. Поэтому, к сожалению, животное — это ответственная миссия для человека. Мне нужно заняться сначала собой и ухаживать за собой, а потом уже думать о животных. А пока животное у себя я. Есть акула из Икеи? У меня есть панда. На самом деле, ребят, какая акула из Икеи? Вы серьезно? Это сейчас не модно. Сейчас модно панды. И они будут вечные. Поэтому покупаем панды, ребята, и все хорошо. От меня так и прет популяризации панд. Но мне это нравится. У тебя какашки коричневого цвета? Просто я слышала, что у принцессы это сладости. Ну слушай, слухи-то не врут. What the hell, чем я занимаюсь 22 года? Я принцесса, срущая сладостями. Окей. Как там Ариана Гранде? Арианочка Гранде, она сейчас в турне, там концерты, понимаете, гастроли, все дела. И вот, да. А пока я один дома. Никак не могу смириться, что у меня нет отношений. А если есть, то только с PNG-картинкой. Как ты обычно реагируешь на подписчиков, которые подходят к тебе сфоткаться? Очень положительно, ребята. Вы просто дарите мне свои улыбки, и я этому уже рад. То есть я своим присутствием могу сделать так, чтобы вы начали улыбаться. И знаете, какой кайф мне на душе сразу же. Потому что я понимаю вас, я понимаю, что вы можете ощущать, и что вы ощущаете. Я рад, что я такой человечек, который может с вами это делать, как говорится. Ну а так, да, всегда обнимусь, всегда поговорю, отвечу на вопросы, сфоткаюсь, и вот. Так что все отлично, не стесняйтесь, подходите. Ой, что-то это было слишком мило. Может ли в мозгу закончиться место для памяти? Что? Думал насчет видео с мамой. Как по мне, будет интересно. Да, я думал насчет видео с мамой. Возможно, мы скоро к этому придем. Нужно, как говорится, подготовиться. Все хорошо, чтобы все хорошо выглядели, как говорится. Если вы также ждете это видео, то пишите об этом в комментариях, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Видишь BTS на улице, твоя реакция? BTS! Ой, ладно, слишком пошлая реакция сейчас была. Но на самом деле я бы просто к ним подошел, спросил бы что-нибудь у них, сфоткался бы с ними, станцевал бы с ними, спел бы с ними. И вообще, Ян, закатай губу. Слишком размечтался, мальчик. Хочешь жрать? Ох, ребята, такой вопрос, и вы сами знаете прекрасный ответ. Нет. Потому что до видео я специально пожрал, чтобы не думать о еде, и чтобы на такой вопрос я ответил таким образом, что вы этого бы не ожидали. Вот так вот, многоходовочка. Ой, какой же я умный. Не могу себе. Комплексовал насчет внешности. Мне кажется, каждый подросток, каждый вообще человек комплексовал по поводу своей внешности хоть когда-то. И, ребята, я как человек, которому уже 22 года, хочу вам сказать, если вам меньше 18, меньше 20, знаете, не стоит насчет внешности так сильно запариваться, потому что организм у нас еще растет, наша внешность формируется, она как бы еще не становилась на 12 лет, поэтому вы себя уже там ненавидите. Нет, просто подождите. Подождите, время придет, вы себя полюбите, как сделал это я. Какой же я урод, но так себя люблю. Время послушать BTS, дерзай. Обожаю этот момент. Ой, BTS, конечно, one love, ребята. У Яна кончились идеи для видео? Нет, с чего вообще это взяли? У меня просто не было идей, что снимать, и я решил снять вопрос-ответ. А,
Точно. Ну, да, с кем не бывает. Гробик, а зачем ты мне скинула мое душевное состояние? Спасибо, что напомнила. Что ты обычно делаешь дома, когда один? Посудку мою. А вы что там подумали? А что вы там подумали? Во сколько хочешь стать отцом? Ребята, знаете, мой муд это совсем не отцом стать. Мой муд это тусовочная Алина, которой 12, и она тусит с утра до ночи. И я ничего не заботит. Интересно поглядеть на такую Алину. Обернись. Подставляй плечо. Ты будешь снимать скетчи. В общем, кто еще не в теме? Почему вообще я прекратил снимать скетчи? Еще какие другие блогеры, которые когда-то... Сори, ребята, видите, даже отрыжка пришла сюда, вот чтобы вам сказать, что это очень важно, послушайте. В общем, почему я перестал снимать скетчи? Потому что у YouTube новые правила, то есть детский контент. Под детский контент могут входить мои скетчи, а знаете что? Если мои скетчи будут подходить под детский контент, то это не очень будет хорошо моему каналу. И рисковать этим, как бы я бы не хотел, если честно. Но, опять же, у меня есть все равно в мыслях о том, чтобы все-таки насрать на эти правила и снять скетч, потому что мысли уже есть, идеи, сценарий, все есть. Но пока я все-таки в раздумьях. Так-то скетч я с удовольствием дальше бы снимал, но я все равно понимаю, что, блин, это риск, это большой риск для меня и для канала. Надеюсь, вы поняли этот момент и знаете, что это не просто я не хочу снимать эти скетчи, а мне не позволяет это делать YouTube. Ты слишком часто ходишь куда-нибудь покушать. Вообще ужас. На самом деле это правда, ребята. Я только сам начинаю замечать за собой, что если я в какой-то момент захотел Макдак, я пошел покушал там. И это может быть несколько раз в день, и меня это пугает. И я это осознаю только тогда, когда я уже лежу в кроватке и анализирую свой день, что я сегодня сделал. В итоге пожрал, 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 пожрал. И вот и день прошел. Если вы будете замечать какие-то во мне изменения в плане внешности, пишите об этом сразу же, чтобы я все смог сделать себе стоп, как говорится. Ну что, ребята, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я все читаю и иногда отвечаю. Ну а с вами был, как обычно, Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Смотрите, что сзади есть. Вы снова попались. Подставляйте плечико свое. О, ребята, пусть у вас будет все хорошо и не грустите. Не грустите.